Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка-Крошка, Саврекс, Лакс, Додик, Плеймаркет, Кисьмюга-Буга, Сергей там, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем алейкум, брат. Ребята, я придумал такую классную рубрику. В тот раз мы выживали на машинах, но сегодня мы будем убегать от аниматроников, и будет такой вариант. Или ты прыгаешь в говнище, которое отнимает ХП, или умираешь от аниматроника. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, мы начинаем веселиться и поднимать вам настроение. Кто первый умрет? Тут Додик. А, ну у нас уже один есть Додик, второй будет Додик. Ребята, настроение. Кисьмюга-Буга, ты что, хочешь сегодня показать, что ты уже не такой умелый, как раньше? Ай-яй-яй, Уга-Буга. Пропил, да, весь скилл свой? Ну ладно. Я обману Максима, смотрите, он меня не убьет. Пацаны, вы специально сейчас сливаетесь все? Уже четверо, Дим. Я-то понимаю. Да блин! Да ё-моё, я теперь понял, ты в говнище, ну зачем мне скидывать еще сюда? А чё я, получается, плаваю в говне, не тону? А чё, все умерли? Я победитель. Победитель, давай. Да не меня, я свой. Напросите его, стоять. Да ё-моё, ну хватит. Хорошо, пацаны, давайте я буду начинать. Хочу я попробовать за аниматроника. Давай. Так, давайте возьмем какого-то не сильно читерского. Во. Ну, Фредди, он... О, я чикой буду. Ну ладно. Фу, дай покушать. Готовы, пацаны? Да. Три, два, один. Я выдвинулся на охоту. Дай покушать. Чика выдвинулась в поисках пиццы. Я знаю, так... Ой-ой-ой, не-не-не, я... Этот аниматроник медленный, вам немножко будет полегче. Да. Ай-яй-яй, тут громко сильно топает. Так. Ты меня не поймаешь. И знаете, что сейчас будет происходить? Первый раунд обычно пацаны всегда быстро сливаются. Но сейчас будет такой момент, когда все потренируются, изучат эту карту. Вы знаете что? Еще есть такая фишка, как тактика. Как убегать от аниматроников. Я же не могу бы не хопить, я не могу быстро подниматься по лестнице. А они это могут. Я думаю, что сейчас будет намного тяжелее меня. Ну потому что вначале, как знаешь, приучались еще люди. А, ну да. Ну да. Ах ты, блин, я знаю, что можно за ноги схватить тебя и сожрать. Ну, готовать. В говняшке еще никто не хочет падать. Не. Давай ты, Дима. Дима, падай. Да ну не толкай. Так, мне надо хотя бы первого убить для начала. Кого? Тебя. Ты не догонишь. Кого? Дима, обернись, Дима. Я просрочен. А я тут бегаю, а мы тут бегаем. Максим, а что мне тяжело? Трахит. А если я никого не смогу убить? Ну тогда падай. Есть, ладно, отлично, Додик. Хотел сказать, ты будешь Додиком, но зачем? Ой, извини, Додик, 3-0, ну блин. Как так, космохимик? Я не свежий огурец, не надо. Не-не-не. Ну, да. Говно! А ты можешь выплыть, если ты успеешь, не выплывай. Только не туда, ты плывешь. Все, ребята, сейчас от дерьма только утонет туда. Есть, Максим! Нет! А что ты мне в руки прыгнул? Блин, это было прикольно. Беги, я поддавался. Смотрите, можно ж вот тут спуститься и тут выживать. Представляете, как круто вот сделано? Да. Ну там место мало побегать. Я случайно все. Хорош, Максим. Ой, здрасте. Ага, до свидания. Ой, здрасте. Блин, забор немножко подкрасьте и мешает. Да блин, да ё-моё, ну блин, извини, обстоятельства. Здрасте. Да блин, не кусай меня за жопу. Отлично. Чё, пацаны, тяжело, да? Когда уже, смотрите, просто вылавливаем их. А кто остался? Нет, ещё. А кто ещё остался? Я остался. Огурец, Плеймарк. Ешь, Уга. Так, интересно, кто же из них выиграет? Ешь, Плеймарка. Давай, гони его сюда. Иди сюда, мой вкусненький хлебушек. Ой. Ребята, настроение просто отличнейшее. Иди сюда. Здрасте. Все, убили всех? Да. Кисьмюга-Буга, у тебя 1 балл вместе с Максимом. Можно начать? Давай, начинай плеймаркет, я согласен. Нет, у меня 1 балл, ну ладно. А, ну да. Уже 3 раунда, получается, было, или 2? Нет, 2 только. А, ну всего я считаю просто до 2 только. И до 3 не могу считать. Скажешь, когда будешь готов, все, мы готовы, давай.
Покажи вещи. Максим, ты специально меня сейчас стопорил? Да. Так, получается, у Габуги у меня по одному баллу, окей, окей. Так, я выхватил тактику, как можно выживать от него. А просто бонихопи, Димас, надо, вот и все. Они не загонят. Да, один уже чел за бонихопи. Это прям тактика галактика, Димас, понимаешь? Понял, спасибо за совет. Я в говно упал, что вы делаете? Я успею выплыть, ребята. У нас есть такая фишка, что можно успеть выплыть. Ну давай, дерьмище. Есть! О, Димас, ты молодец, успел. Да, 25 хп осталось. Минус один у нас, ой, минус один. Не-не-не-не. Кот минус. А кто, кто это? А, Плеймарк. Давай, он пробуй тут меня догнать. Обернись, Плеймарк. Дитя, а не-не-не, Плеймарк, ты меня не догонишь. Блин, он должен выжить. Тима, это что такое? Одет. Как сидишь? Я и не смотрел! Дима, ты там внизу? Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, это нечестно, я отвлекся. Надо со спины сюда смотреть. Видишь, как ты играешь? Максим, я тебя подписал. Я на загляделся на тебя. Так тебе и надо. Пацаны. Максим вообще машина-киборг-убийца. Всё, сюда, Лакса. Это жесть, как это было стрёмно. Обходите их, обходите, обходите. Ну все, Димас, ты тебе этот не жить. А! Да на расстоянии убивать, понимаете, это нечестно! Ну блин, расстояние! Ну блин! Ёкалэвэнэкала! Чё, я был последний? Нет, ещё у Габуга остался. У Габуга, ты что, будешь опять победителем в этой... О, додик, а ну ладно. Я последний, я успел. Давайте я начну, чтобы фору дать кому-то. Давай, согласен. Переходим к следующему раунду. Блин, так быстро раунды протекают, но мне это очень нравится. Тащим. А я просто бонихоплю по всей карте. Сейчас пройдет минута, еще он поменяет аниматроника, поймет, что это полное дерьмище, а не аниматроник. Кота не трогай, живодер. Давайте я вам спою песню. Давай. Мне сейчас нас за ножки кусать будет. Ты что делаешь? Он... Ох ты, обманщик, мне твоя песня не нравится. Она какая-то голливая. Трахи, Дима. Лови кота в сапогах. Все, нас двое, мы сейчас будем их окружать. Маркова. На тебе, щениха! Ой, щенок. Короче, иди сюда, Дим. Так, давай. Короче, жди. Стань тут, а я с другой стороны. Так ты медленно, ты их будешь долго гонять, они будут просто от тебя убегать. А я вот так вот стану и все. Хорошо, давай. Ну, иди быстрее. А ё-моё! Молодец. Готов убежать? Ну, встань туда. Где еще третий? Так, давай, третий, вставай сюда, я пойду и гнать. Вот это тактика окружения. Все, давай, иди. Кот упал. О, в дерьме еще упал. Все. Ладно, они иди. Все... Они хитро жопа, они сейчас повылазят там, я знаю, что делать. Ну нет, не отступай. Пока, Дима. Ей! Саврак слился! Это было сильно, кстати. Мне понравилось, как я тебя замочил. Эх, за ногу меня укусил. На тебе, куда ты собрался? А я пилпак забыл взять. Ну ничего страшного, я тебя два раза убил, на всякий случай. Максим, ты что, можешь? Максим, ну привет! Ну что ты ко мне пришел? Все, сейчас будет мясо. Так. Ловите кота в сапогах. Смотри, побыльцы, хорошо про прокуриэйшн. Не сработало. Знаете еще какое есть небольшое такое преимущество у нас? Мы бьем на расстоянии. Кот в сапогах. Я тебя, мы все друг друга... Мы друг друга все поедим. Это жесть просто. Перемочили всех. Он бегает. Ловись его. Вот, кот в сапогах, давай. Он выжил. Пацаны, я окружаю. Так, тихонько, давай сужать его будем. Апочки есть. Ай, хватай, хватай. Ну давай, 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 кот в сапогах есть. Пацаны, хорошо скидали. Учись. Я последнего. Че, мы всех убили? Ну, давай, давай, давай. Я в этом раунде должен точно затащить. Что ты мне сделаешь? Давай, подойди. Щенок! У тебя ща Паша... Инграб вообще рахит медленный, ё-моё, кого взял? Он тебя на фарш. Он разозлился. Он сейчас сам упадет. Да ну аккуратно, ну что ты так делаешь? Чуть не испугался я за тебя. Хорошо, хорошо. Если бы забора здесь не было, можно было бы красиво перепрыгивать. Но блин, забор именно так делает им баланс на немножко. Там внизу огурец, где ступеньки? Спрыгивайте туда вниз. Прыгать. Хорош, молодец. Читер на во все. Точно, можно вот так спрыгивать туда и бежать, пока он обойдет. Блин, вот это гениальная тактика. Все, пацаны. Я знал, что есть тут такая тактика, как можно ее использовать. Смотри, опа. Вы внизу сидите?
Он успел. Упал в говно. Дим, просто понимаешь, эта тактика не работает, когда два будет. Все, она не работает. Ведь, Димас, я такой поднимаюсь по лестнице, а смотрю, а впереди меня аниматроник, и быстро спускаюсь. Когда Максим прыгаешь, нажимай контрол, чтобы жизни не тратились. 13 хп отнялось у меня за этот прыжок. Ну шо вы где? Смотрите, в этом раунде мы хорошо играем, потому что спринтрап, он медленный. Да. И еще он не сносит полностью хп. Поддерживаю. Хорош Плеймарк, Плеймарк хорош. Можно через забор перепрыгивать? Можно я? Можно. Да-да, можно, можно. Смотри, ну что вы, Рахиды, давайте, подходите к нам. Нет. Плеймарк. Все, читаем. Уже трое. Окружай, окружай, окружай. Понял? Окружай, окружай. Смотрите, смотрите, смотрите. Тактика главная. А он ждет, что внизу, короче. А, получается, я могу прыгнуть в говняшки как-то. Есть. А, в попе шерсть. А че ты меня не убил? Так как? Нету, не в говно. Ну, блин, ну, дерьмище, вонючее. Плеймарк. Еще нос закрыл под водой, чтоб не нюхать это. А, хорошо. Ой, да. Я застрял, ребят. Поехали, я готов. Я. Так, все, сейчас Максимушка. Стоямба. Да блин, ступеньки вонючие! А, это я убил? Это думал, меня убили. Чуть не упал. Открывай. Открывай, открывай, открывай. Так, я буду тут стоять. Все, Угабуга! Нет! Все, минус Угабуга. Я умер. А! А! Да что происходит? Ребята, вакханалия жестко происходит. Че, мы всех опять убили? Максим последний. Я последний был. Пацаны, я придумал еще лучше. Видите, мы тут позакрывали вот такие вот проходы. Сейчас мы их все освободим и будем уже выживать полностью с открытыми дверями. Можно будет полностью на этой постройке выживать. Давай, Дима, попробуй поймать нас. Что ты смотришь на нас? На нас? А я-то вижу, Дима. А на нас? Да, на нас. Ой, я ноги его видел. А я его тень вижу. Ты офигел? Подожди, тут что? Ой, а что-то оно большое. Да оно большое, что-то тут место. Ладно, хорошо. Что, Дим, ты где? Я тут изучаю карту. Место, Максим. Да. Как ты думаешь, Димас нас поймает? Я думаю, да. А я думаю, и нет. В нычке прячетесь? Ну, нет. Ну, не прям в нычке, а прям хорошее место. Ну, хорошее, но да не очень, бежать-то оттуда. А мы тут стоим, а мы тут... А, Димас, Димас, смотри, а мы тут все хомячки стоим на одной платформе. Так. А что? Нас... Прыгайте в говно, пацаны. Нет. Не-не-не-не-не. Мы не ведемся, Димас. Дим сам говно полез. Я тебя слушаю. Блин, что-то сложное стало. Что-то сложно, ну, пацаны. Поднимается. Да нормально, Дим. Беги, Лакс. Надо аккуратно смотреть на проход, чтобы не было видно. Тихо. Блин, а, ну туда ж нельзя ходить. А шо, где? А, ну я не так, понимаю. Так, я теперь понял, что вы будете делать. Ты сейчас будешь туда прыгать, а я тебя возьму и замочу в воздухе. Не-не-не-не-не-не. Стоямба, говорю! Не догонишь. Рано или поздно кто-то ошибку совершит. Не-не-не. Смотри, я тебя через потолок убил! Блин, а это было круто! Так, тебя уже двое. Блин, я испугался. Нет, трое. Смотрите, я могу вот так бегать и замочить их. Да сейчас, я-то, конечно, не знаю, кто там есть. А, я тени вижу! Я вижу тени, где они бегают. А, еле попал. А, за аниматроника, значит, можно так делать. Не успеешь! Ах ты, блин, хотят тебя за ноги схватить. Надо, мои ноги. А чё я не вижу Максима? Он где? А зачем тебе? Да ну не убивай меня, я ж тебя не трогаю. Я случайно. Я тоже психологическая травма, всех мочить. Максим, может, мы дадим подсказку? Не надо. Не. Мы сами должны вас найти. Ну, я знаю, что в этой башне, там есть где-то нычка, какая-то... Вы что, издеваетесь, Дим, пацаны? Вас? Ну блин, ну вы опять меня убили. Обстоятельства. А, я знаю, где они. А я тоже знаю, где они, я иду к ним. Где они? Вот есть щенок! Так, ну, он не рядом с нами был. Ну, звук был рядом? Ну, был звук? Ай, извини. Это я там скил тебе за те разы. Блин, так запутано все, очень прикольно сделано, мне это нравится. Есть! Нас полили. Пацаны, как дела? Они тут, идите ко мне. А где, подскажи? А сзади, вот. Вот, откуда? Ну, вот, блин. Вот. Да ё-моё! Да я не хотел, я всё, я стою, пацаны, они не выйдут отсюда, я стою, жду вас. Я иду.
бегу, я бегу, я бегу. Максим! Все, мы пришли, Дим. А ты что думал? Я тебя буду стоять сверху, давай мочи его! Он сейчас убежит, мочи! Ну! Есть, он двоих замочил, отлично! Там еще один игрок! Видишь? Мочи, мочи, мочи его, беги! На! Я жив. Блин, ну прикольно получается. Я еще жив. Я вижу. Я так, пацаны, тут этот кошка в сапогах бегает. На тебе, не успело. А, не, я тут контролирую. А вот еще кто-то живой, это кто? Он, это Космохимик уже проиграл. А, все, да? Сейчас будет выясняться, кто же лучший аниматроник. Так как у пацанов по 2 балла, и выяснить очень сложно, придется делать режим PvP. 3, 2, 1. Битва только на этой вышке. И сразу утекает, да куда ты? Я болею за Максима, хочу, чтобы он выиграл. А я за Замбрикса. Давай, Самбрикс. Так, пацаны, давайте. Есть! Кто кого? Блин, а я за ну, Максим! И... Кисми Угабуга, победитель этого ролика. Ты красавчик. Димас, так подождите. Дима, смотри, тут такой прикол, когда я убил Максима, я застрял внизу, и меня убили. Ну поэтому надо подбирать тактику и делать, ты знаешь, что есть анимация на смерть. Поэтому ты должен был знать, что если это анимация, ты становишься уязвимым. Проиграл. Предлагаю. Если вам понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. 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 Стойте, не дошел взрыв. Нет, давай, Максим, другую бомбу. Какая-то фигня. Мы должны все... О, пойдет. Ой, пока. Пока. Вот это бомба.